В Азербайджанской республике 17 ноября отмечается государственный праздник – День национального возрождения. 17 ноября 1988 году тысячи людей стали собираться на площади, которая сейчас, благодаря тем событиям, носит имя Азатлык – знак протеста против политики двойных стандартов, проводимой руководством Советского Союза. Движение площади началось в связи с территориальными претензиями Армении к Азербайджану, сепаратистскими действиями в Карабахе, изгнанием со своих земель сотен тысяч азербайджанцев и игнорированием властями СССР возникшей проблемы. Народ решил взять проблему, возникшую в результате политики, проводимой Михаилом Горбачевым, генеральным секретарем СССР и местными властями, в свои руки. И 17 ноября 1988 года начал акцию протеста на центральной площади Баку. Акция, беспрерывно продолжавшаяся 17 дней, вовлекла миллионы людей и стала самой крупной акцией протеста на территории СССР. Именно на площади Азатлык впервые в новой истории был поднят триколор Азербайджана. В 1992 году 17 ноября был объявлен Днем национального возрождения. День национального возрождения отмечается на государственном уровне, но согласно изменениям, внесенным в законодательство в декабре 2006 года, является рабочим днем.